Привет еще, это NEC 2, и мы продолжаем. Но прежде, чем мы пойдем вперед, я хочу тебе рассказать о том, как я искал тайник. Значит, тайник, который я пропустил в самом начале, оказался очень близок. Прям только начинаешь главу, и вот он сразу же вот здесь. Вот нужно было запрыгнуть всего лишь вот по вот этим углублениям в стене, и там нас ждал тайник. Я проходил это в свободной игре за рубинового нека и, собственно, нашел там последнюю деталь детектора тайников. Вот так вот он выглядит. Геймпад с огромным экраном, на котором отображается, где именно спрятан тайник. А еще, я умудрился все-таки размотать первого паучка-робота огроменного, который вначале я не смог осилить, но в свободной игре, когда у меня уже появился бумеранг, я это смог сделать. Ну еще и плюс телепортации рубинового нека, как же без них? Так что теперь, благодаря вашим комментариям, устройство собрано, и мы можем продолжать дальше. Ух, роботы спрыгнули, видал как? Я тут видел жучка, он тут летал, возможно, он тайник нам показывал какой-то или что? Непонятно, вроде здесь нет никаких щелей, куда бы я пролез. Сверху янтарчик, обязательно его соберем. Подтяпали. Так, это у нас до сих пор идет 8 глава, часть 3, последний бой Гандахара. И у нас здесь собран только первый сундук, второй я еще не нашел. Так что нужно быть очень внимательным. А как далеко-то? Как далеко прыгать? Может, здесь есть невидимое что? Ой, я там кого-то ушатал. Но я должен перепрыгнуть, да? Как ты думаешь? Да, я умудрился перепрыгнуть. Нет, ты не будешь у меня стрелять. Я сейчас до него допрыгаю. И опля! Полетай немножечко. Теперь посмотрим, что здесь. Наверху нас ждет. И самое главное. Надо следить за детектором тайников. Еее, ураганчика, отхватите. Вот вам ураганчик. И вот тебе ураганчик. И вот еще тебе. Кто-нибудь еще спрыгнет? Да, еще вот. И вот тебе, знаете, нескольких. Ух, ушатал. Ушантейбл. Вот это, наверное, сломать надо, да? Не, а, вот нам здесь по горе карабкаться. Ну, пошли. Кстати, детектор тайников. Ух ты, смотри, что там сверху. И они взрываются. Мне кажется, вон там проход есть, да? Надо туда запрыгать. А почему детектор тайников у меня ничего не отображает? Ой-ё. Так, подождите, минуточку. Я же должен сюда запрыгнуть. Черт, не получается. Ты выпрыгнешь? Давай вот так вот попробую. Ага. И вот теперь сюда. А, ну тут не тайник, это просто коробочка с опытом. Поэтому, чё детектору напрягаться, правильно? Он срабатывает только на сундуке. Это собираем. Поле такое, что сейчас здесь будет битва. Ох-ох-ох. О, какой у тебя ствол. Уж круто. Крутой ствол, я тебе хочу сказать. Но я к тебе сейчас подойду, и это тебя не спасет. Черт, его броню надо пробить, прежде чем на него бумеранг посылать. Да отойди ты, мелкаш. Что ты будешь делать? Пузырь пустил. Этот покинул чат. Сейчас с тобой разберемся. Черт, а где твои ракеты? Почему ты ракеты не... Вот они ракеты. Да пульни ты в него. Да ё-моё, ну что ты, Нек, как первый раз ты летить колотить. Еще и по щам отхватил от него. Вот, сразу вот так, ему в пупок надо было шмантальнуть, и все. Вот здесь ничего нету. Так хочется туда залезть, нести вот эти кубики, кирпичики. И там что-то тайное найти. Но нет. Янтарь заберем. Ах. Знаешь, что я хочу? Я хочу вон туда вот... А, здесь не... так не все просто. Не все так гладко. Ладно. Я не хочу... Ой. Я не хочу... Я туда допрыгну, как думаешь? Вон туда. Да, допрыгнул. И вот здесь вот, возможно, тайник. А детектор тайников мне даже ничего не показал. Опля. Это тайников, все там? Где-то, блин. Ребятки, а я здесь? Черт подери. Отлично. Я думал, сейчас отгребу. Ах, ты хип. Конечно же, здесь не тайник. А я уже грешу на детектор тайников. Будешь ты искать что-нибудь или нет? Упал. Но можно снизу, смотри. Телепортация сработала, это хорошо.
Снизу что-то есть. Даже? Я когда говорил, что путаюсь иногда с тайной дорожкой и дорожкой по сюжету, мне сказали, что всегда обращаю внимание на чуваков своих. Во, детектор заработал, и здесь тайник. Ну, правда, я уже его давным-давно нашел сам без детектора. Значит, посмотрим, что у нас здесь. И здесь у нас устройство для счетчика комбо, наверное. Да, счетчик комбо. Еще две детали для счетчика комбо, у меня будет все собрано. Надо было лететь. Значит, там, где стоят чуваки какие-то, ну, допустим, Лукас, либо Райдер, это значит, ты двигаешься в сторону сюжетки. Если не стоит никого, значит, это ты идешь в сторону тайника. Мне вот так в комментариях посоветовали, типа, обращать на это внимание. Теперь я буду. Я что-то раньше реально не зацикливался на этом. И может действительно это так. Е-моя. Опять ты здесь. Пауканы, Интересно, куда это я забираюсь? Ага, опля, оп. Надо большой размер. Ну давай. Выхватил лища. Здесь я могу пройти. Ага. Можно было здесь прыгнуть, в принципе. Когда я взобрался бы сюда. Все, по тайникам у меня здесь фул. Ой. Отхвати. И вот тебе еще. Здесь вроде бы... А куда мы карабкаемся? Я что-то забыл, самое главное. Куда мы лезем? Да, вон такая платформа огромная для прилета корабля. А, точно. Надо давать лещей вот этому чуваку. Вот на этой платформе мы и будем драться сейчас, да? Лукас? Ну, покажи, что ты умеешь. Смотри. Ой, вас четверо теперь. Под ногами все рушится. Да как бы спасибо. Не-не-не, я тебе даже встать не дам. На тебе. Держи бумеранг. Опля. Он чуть не упал. Было бы эпично, если бы он свалился. Да ты ничто, слушай, против меня ты никто. Ты ничто, я бы сказал. Смотри, как могу. Один вылетел. Черт, не успел малышу надавать. Мелкому братюньку. Опсля. Че происходит? Ух ты ж, нифига себе, я тоже так хочу. Когда я так научусь? Пойду-ка я к мелкому. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не сдох. Надо к мелкому подойти. А он мне не дает подойти даже к себе. Это очень читерская штука. Не, ну он, конечно, слабоват. Если не его вот эта вот рука бы, то с ним было бы неинтересно драться. Но эта рука, как ты видишь, она дает о себе знать. Эй, вот сюда, я знаю, что ты... Ах ты негодник. Ах ты негодник. Ай, прям на прыжке. Получай. Получай. Вот тяга тебе, негодник. Все? Обосрался со своей рукой. Тащил. А, он снова руку достал. Нет, ты не будешь пользоваться своей рукой. Короче, пока я его бью, его рука ничего не может сделать. Полетел в космос. Опять руку свою призовешь или что? Что-то он... О, он меч достал. Да, у меня тоже есть, только когда неуязвимость работает. Опять руку достанешь. Чуть не упал. Опять мечи. А, упал. Но телепорт пушка сделала свое дело. Точнее, это не пушка, это просто телепорт. Прижал его. Иди полетай. Значок Сандера получен. Нек, надо добраться до самолета. Ну все, теперь я один-единственный. А что это с самолетом нашим? Ну, конечно. Он сломан. Почему ты его не остановил? Ты же вчетверо больше. Хм. Как легко отдавать приказы со стороны. Ты у нас боец, а я занимаюсь стратегией, ясно? Хорош стратег, да уж. Ты отдал Ксандеру артефакт. Ну так иди, победи его и снова впечатли Шеву. О, Нек, потрясающе! О, Нек, ты такой милый! Лукас! Взрослей.
Нек? Да. Слушай, я правда не хотел. Я злюсь не на тебя, я злюсь на Эву. Я тоже. Как она могла предпочесть нам Ксандера? Мы же лучше! Точно. Но мы в ловушке. Возможно, мы найдем способ добраться домой. Так, ну, у нас есть разбитый самолет. И несколько сосен. И куча обломков роботов. Давай сделаем из говна и палок самолет. Судя по всему, мы тут надолго, да? Да. Спустя 2 недели все... Они не выбрались? Может быть, доктор отправит Райдера нас искать. Ксандр этого не допустит. А чё Лукас съел? Как бы Неку ничего не надо, а Лукас как питается здесь? Жучками? Червячками? Должен же быть способ. Только бы его найти. Утро вечера мудренее. Итак, 2 недели. Давай-ка вздремнем. А, уже и месяц прошел. А если... Что если... Нек! Пора за работу! Наконец-то Лукас осенило. Что можно из говна и палок сделать самолет? И так пробегали они еще 2 месяца. Смотри, костер разожгли. Круто, красавцы. Серьезно, они делают рогатку. Они хотят на рогатке океан пересечь. Это смешно. Ну вот, какой-то самолетик они вроде бы сделали, да? Спустя 4 месяца упорной работы. Выглядит забавно. Самолет из обломков роботов. Конечно, забавно. Лукас оброс. Попробуем. А ты уверен, что сработает? Да! Надеюсь. Готов? Да! Полетели! К доктору домой. Садись поудобнее, нам еще долго лететь. Интересно, а где они топливо взяли? Хопля. А, наверное, двигатель работает на электричестве, на батарейках, скорее всего. Особняк доктора. Долетели. Хуже, чем я думал. Как они там? Твой ход, друг. Весь прикол, что он все реликты оставил на том острове, и у него только одна форма, вот такая вот маленькая. Кавабанга! Я здесь. Глава 9, часть 1. Бывшие друзья. Ну чё? Получай. Не-не-не-не-не. Вот этого сейчас нокаутирую. Сюда. Люди проекционные какие-то исчезают. Что-то там это. Смотри-ка, его бумеранг не берет. Но дает мне возможность к нему подойти хотя бы поближе. Черт, он меня растоптал. Хотя я подпрыгнул. О, смотри, он лежит. Эй, куда ты встаешь? Не вставай ты, сударь. А он на второй прилетел. Черт, опекотик, опекотик. Бежим сюда. Давай их оглушим.
И вот им надаем. Готов один. И второй тоже. Вот надо было сразу с янтаря и начать. Коробка янтаря. Реликтики? Фух, наконец-то. Можно было сразу к ящику с реликтами бежать, подрасти и выстегнуть этих здоровяков. Ксандра. Я, кстати, что-то не понял, почему люди исчезают, как будто они, знаешь, эти голограммы. Вы кто такие? Вы кто? Вы что такое? На обраточку. Нет, 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 я говорю. Вот тебе бумеранг и выкуси. Давай постреляем немножечко. Черт, 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 я очень туплю. Кнопочку перепутал. Вместо стрелять выпрыгнул. И здесь я-то думал, что у него этих роботов не так много, похожих на Нека, но, как мы видим, их дофига. Так, я тут все размотал. Хочу башню вот эту снести. А, она не ломается. Ну тогда тачку давай. Бах, бах, все, валим отсюда. Тачки разнес. Вот тут вижу какой-то тайник. Да, там сундук. Датчик тайников показывает, что нам именно сюда. А сколько здесь сундуков? Два. Два сундучка. И в этом нам попался изумрудный реликт. Ну давай собирать его тогда. На ракету похож прям. Красивый такой. Там ловушечка в виде мины. Жучочек, подожди, не убегай. Это я все сломал. А можно ее деактивировать при помощи бумеранга? Эту ловушку? Не-а, не получится. Окей-токи. Здорово, пацаны. Ой, у вас гранаты. У вас есть гранаты. А что, если я тебя притяну? Подожди ты. Возьми, притяни его. Это бумеранг. Я его говорю, притяни. Вот. Да что ж ты будешь делать, какие они увертливые. Сейчас я тебя так тогда возьму. Вот. А того должен притянуть. Не-не-не-не-не. Еще ко мне иди. Вот и все, разобрались с ним. Ты тоже подойди. Есть. Тачки трогать не буду, кидаться я ими все равно не могу, потому что слишком мелкий. Тощий и мелкий. Здесь перепрыгиваем. Ух, сколько они ловушки тут понаставили. Ага, заблочил. А я здесь уже. Выкуси. Давай-давай-давай, быстрее залази, залази, разворачивайся в другую сторону и... Готово. Отлично, Нек. Хорошо справились. Мне бы вот талантик бы какой-нибудь прокачать. Смотри, а что это здесь? Рубинчик какой-то? А, это не рубин, это просто камни такого цвета. Я прыгать обожаю. И ящики ломаю. Знаки-то на флагах какие, смотри. Кунай в руках держит. Блин. Я что, успел вернуться? Я смог увернуться, сделав... Скинув все реликты. Офигеть. Это меня спасло. Ну иди. Можешь не идти, в принципе. Я сам к тебе притяну. Наверх можно запрыгнуть? А в принципе зачем? Здесь у нас ничего интересного. Смотри-ка, от его щита тоже отскакивают его снаряды. А вот и я. Давай-ка постреляем ради прикола в тачке. Потому что тут есть, ха, тайничок. С опытом. Подожди, а, это талантик, это звук таланта был. У меня есть одно очко таланта, это здорово. Ржавые жестяные баночки. Ну подожди, не стреляй, не стреляй. Ну не стреляй ты в меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохо дело, очень плохо. Реликтики верните, пожалуйста, домой. Давай поближе подойдем, надо потащить этого чучмека. Хотя его братец, походу, против, чтобы я подтягивал тебя.
Буду, значит, вот так вот делать. В прыжке. Давай я и к этому тоже подойду. Готов. Здесь вроде ничего нету. Все забываю про детектор тайников. Тут, если вдруг что-то рядышком будет, он мне подскажет. Но, конечно, на него тоже надеяться не нужно, потому что тайник может быть спрятан очень глубоко. Черт, у него щит. Ай-яй-яй. Надо щит пробить. Получил. С магией по лицу. Оу, сколько у тебя тут всякого интересного барахла-то. Постой-ка. Ну ничего ж себе. Какие он ловушки замутил. Мы их, правда, уже видели. Это было, правда, уже давно. Это, правда, нас не удивило. Вот правда-правда. Вот здесь может быть что-то интересное. Нет, нам не дали заглянуть туда за куток. Какая здесь взлетно-посадочная полоса отличная. И у Лукаса как назло отказал двигатель. Сейчас кого? Ой, там еще и роботы. Там еще и роботы. Давайте вихрем. Вот, получайте вихрь. Получай вихрей. Готово. Развихрил всех. Где-то тайник есть. Где-то здесь тайник есть. Детектор сработал. И вот, блин, почему его туда запихали? В самый низ, в левый нижний угол. Его же иногда можно не заметить. Короче, тайник вот здесь. Опля. А если бы не детектор тайников, скорее всего, я бы пропустил этот тайник. Итак, значит, аквамарин собираем. У нас уже 12 аквамаринов, осталось еще 8. Я думаю, что мы к концу игры вообще все соберем с тобой. У нас будет full комплект. Все скины Нека будут, все устройства будут. Ну, я, по крайней мере, постараюсь это все сделать. Все собрать. Ух ты ж, ё-моё. Какой там... Седьмое пекло. Здесь у нас получается с сундуками все. Можем не оглядываться и бежать. Натягивать трусы на голову этим негодяям. Шаолинским. Так, как бы нам тут грамотно спрыгнуть так? А вообще, может, мы туда сможем долететь? Нет, туда нам не долететь. О, смотри, смотри. Сейчас отрикошетится. Стрельнешь в меня еще раз? Что-то не рикошетится эти патроны, слушай. А что это... Что это рикошет не... Тогда лови бумеранг. Как-то странно, что не рикошетились. Эти патроны. Мне тебя что, убить нужно, что ли, чтобы тут двери открылись? А, нет, подожди, нам к нему нужно вот сюда. Сейчас я сделаю вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот сделаю. Дверь мы уменьшаемся. И вот по этим штучкам. Ой, он уже раздуплился. Е-е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 , бегу. Бегу, бегу, бегу. Ох, как красиво получилось. В прыжке из маленького в большого превратился и пупком ударом его накрыл. Новые приемчики открываю. Ничего, парни. Не, давайте вы просто посмотрите. Не будете кидать в меня свои снаряды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Одного оглушил. Пойду опыт возьму. Битва? Кто сказал битва? Я ничего не слышал. Смотри, этот задом прыгает. Ты чё это? Вспомнил боксерские приемы, что ли? Ой, хорошо. Янтарщика мне побольше, конечно же. Щиты это обнулились? Нет щитов. О-о-о, другашки. Другашки. Вот этого щитника надо пробить. Готов. Ой, с вихрем. С вихрем, с вихрем, с вихрем. Не-не-не-не-не. А если тебя бумерангом накрыть? О, сломали его. И тебя тоже бумерангом накрыть. И еще раз вот если я тебя накрою. А, блин, жалко бумеранг. Урона никакого вообще не наносит.
может, я когда-нибудь научусь электрозовывать свои бумеранги, и они будут урон наносить. Это было бы классно, конечно. Ой, здоровый бугай. Ну чё, Вифи, погнали. Вот и сломал я всем. Всем, всех и вся здесь. Своими бурями. Ну, мне очень нравится, конечно, то, что у ксандровских неков, ну, у братьев нека, которые против нас воюют, у них есть вихрь, есть бомбочка, который нек использовал в первой части. А у меня этих способностей нет. У меня вихрь есть, допустим, только в неуязвимости. Это нечестно. Нек, ты неплохо здесь разобрался. Монахи стали нашими врагами, но мы сражаемся с одним злом. Заходим. Глава 9, часть 2. Спасительная операция. Это уже, я не знаю. У них, наверное, штук 10 спасительных операций было. Если считать еще и первого нека. Только не говорите, что они могут стрелять своими пилами. Жучок показывает, что тут что-то есть, возможно. Нет, там ничего нет. Нет, братишка, ты ко мне не подойдешь. Смотри, что сделаем. Блин, не получилось так. Ну, ё-моё, что-то не получается с вами. В обраточку тебе. Черт, он не дает мне подойти к нему. На тебе бумеранг. Черт. Фух. Я послушал разговор монахов. Доктор и остальных держат в подземелье. Угу. Они там тоже уже 4 месяца тусуют. Значит, у нас есть талантики. Давай посмотрим, что мы здесь можем прокачать. Давай по порядку тогда. Удар ногой в прыжке. Ускорим его. Потом нам нужно прокачать вот этот талант. Вот, вот, нижний. И у нас, по идее, должна открыться вот эта вот часть. Вот эта вот. И там прям, ты нифига себе, смотри, сколько там супер ударов крутых в конце. Раз, два, три, четыре, пять ударов крутых будет разблокировано. Ну что ж, ладно. Тайников здесь у нас целых 3 штуки. Детектор тайников, вся надежда только на тебя. Вот здесь вижу проходик. Все коробки надо ломать. А, ну... Это опыт. А с другой стороны, подождите, там такой же подъем. Может, с другой стороны? Нет, здесь ничего нету. Хм. Это проход по сюжету. Сейчас, минуточку, я еще с этой стороны посмотрю, что тут. Ага. Можно было не бежать, в принципе. Но лучше все разведать. Для счетчика комбо, для последнего устройства, возможно, последнего, нам нужно 2 детальки. Всего 2. Нет, это не сделаешь. Да ё-моё. И ты раскусил вас. О! Монахи явно поменяли мнение. Здесь тайник где-то есть. Я думал в шахту забежать. Ну, в смысле. Да, вот, вот сюда. Отлично. Открываем. Топас. Я аквамарин. Ну, конечно же, аквамарин. Дайте мне еще устройство счетчика комбо дособирать. Чего вы мне эти толпазы, аквамарины всякие толкаете? Каминчик, спасибо тебе. Я тебя назвал шахтой, но ты же камин. Хотя у камина тоже есть шахта, между прочим, через которую дым выходит. Ня-ня-ня-ня-ня. Да, с детектором тайников стало все намного проще. Вот это можно сломать? Да. Давай поломаем. А картины будут падать? Нет, картины не падают. А цветки? Ой, жучка. Жбахнул. Крушить. Обожаю крушить. А если вот так делать? Ой, ё, сколько... О. Подземелье в научном комплексе. Туда можно попасть через аварийные ходы. Че, книжки все пораскидывают тут? Да, красиво тут все, конечно, выглядит. Значит, смотри. Вот это могу выдвинуть. Там что-то открывается. Давай опыт соберем при помощи вот этой вот штуки. Дальше. Дальше, дальше, подожди. Давай мы задвинем это все дело. А вот это подвинем. А, ну прикол весь в том, что только вот эту часть я могу двигать. Вот. И здесь мы тоже можем что-то подвинуть. Целых 2 штуки. Но там опыт есть наверху. Если я в атаку сделаю. Блин, не достать. Ладно.
Я просто думаю, что я не допрыгну туда. Но если мы сделаем вот так. Вот. Отсюда. О, наверху есть янтарь. А можно его как-то собрать? Или это просто часть лампы? Опыт забрали. Отлично. И перепрыгиваем сюда. Встретимся на той стороне. Хорошо, встретимся там. Взрывай решетку, Некушка. Ну чё, парни? Заскучали тут, небось, да? Да ты задолбал. Не успеешь, не успеешь, не успеешь ничего ты сделать. Значит, я вижу, блин, жучок. Успел его сбить. Вот здесь вот может быть куча всего всякого интересного. Тайник. Я же говорил, здесь куча всякого всего интересного. И вот, пожалуйста, тайник. Давай мы сейчас сделаем, наверное, вот так. И запрыгнуть туда попробуем. Угу. Это забираем. Ну, что же здесь? Дайте мне, пожалуйста, собирать устройство. Опять топос. И только он, и больше ничего. Ладно, возьмем его тогда. Спасибо. Сейчас еще запрыгнем чуть повыше. Там можно было оттянуть ящик. Вон он. Сейчас попробую это сделать. И он что-то должен активировать, по всей видимости, этот ящик. Ну-ка, давай посмотрим. А, он тут открыл тайную дверь. Ух ты ж, блин, поторопился. Подожди, но тут вот есть еще... Ух ты, гляди-ка, а там тоже вон можно отодвинуть стеллаж с книжками. Вон наверху прям выделяется этот стеллаж. Сейчас попробуем это сделать. Ага, точно. Ну все, теперь по новой. Хотя... А, ну тут не получится туда сдвинуть. Там нету дорожки, по которой стеллажи двигаются. Опля. Ну... Когда торопишься, не всегда все выходит. Вот и все. Так, тут надо аккуратно выходить. Вот. Так бы с первого раза. Почему бы нельзя было так сделать? Слышал эти звуки? Он такой... Ну, малышковые. Смотрите, такие. Смотрите, они даже в лабораторию доктора вломились. Тихо. Подземелье там. Я разберусь, не переживай. Думаю, полигон роботов прямо по курсу. Ну, попробуй постреляй. А если я в тебя? На обратку. Один почти готов. Вот, готово. Есть. Это уж сдох. В эту сторону сбегаем. Не время предаваться воспоминаниям. Да, даже да, да. Да, 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 ты прав. Мы тут уже бегали в самом начале, показывали свои навыки, по-моему. О, гридфал готов к игре. Опля. Ну все, короче, давай на этом закругляться. Я пошел играть в Gridfall. Ой, шутка. Шутка, шутка, шутка. Как мне этот рубильник повернуть? Просто ударить по тебе? Мне остался последний тайник. И что-то как-то ничего не срабатывает. Черт. Оп. Паньки. А, нифига себе, как это я залетел. Как-то так вылетел за пределы. Ну, не, поторопился. Да что ж такое-то? Да, блин. Да, еб, парасета. Да, еб. Все, этот просто от нас все. Все, что возможно, собрал. Жопа вся в занозах. Без паники, без кипиша, спокойненько, вот, здесь все хорошо сработало, бежим,
Магием? Да что ж такое-то? Магием? Когда хочу. Понаставили тут своих всяких говяных бомбочек. Прям капец, в какую глубину мы спустились. Давай взрывай. О, отлично. Отлично сработано. Вот они где-то есть. Где-то вот прямо вот тут, вот рядышком. Ага, сейчас надо вернуться назад. Я его там где-то пропустил. Возможно, он здесь. Да, нифига себе, как они спрятали его. Аквамаринчик. Ну, забираем, чё. 6 аквамаринов, и будет аквамариновый нек. Но прежде нам нужно спасти доктора. Давай-ка я уменьшусь. Ух, вовремя я вырос. Ниндзя, блин, недоделанный. Ребятки, я пришел с пупковым ударом. Пупковый ударчик. Нет, это плохая идея была. Очень плохая. Хотя бы одного вышиби. Нек, нек. Сейчас сдохнем, нафиг. Нафиг, сейчас сдохнем, давай. Хорошо. Да блин, ну чё ты, добей этого-то. И вот этого добей. И вот того сейчас бахнем. Вот тебе бумеранг. Шмумеранг. На. Отлично. Бежим. Ух ты, ё-моё. Можно я просто вот так вот сделаю? И всё, меня никто не должен тронуть. Я между рядочками бегу. Я бегу. Ну когда там платформа-то эта высунется? Опа. Опа. Справились. Осилили. Какие-то бомбы они, знаешь, как будто газовые. Жучочек. Какая-то тишина подозрительная. Сейчас явно будет файт очень серьезный. Но это не серьезный, конечно, файт. Наконец-то я... Я отбил в него, а он отбил в меня. Давай-ка еще разок так сделаем. Смотри. Блин, а мы можем так до бесконечности отбивать, интересно? Так, отбил. Так. Смотри. В пинг-понг с ним поиграли. Ладно, все, хорош. Завязываем. Ух, сколько вас тут. Ребятки, я возьму сейчас и мечами вас. Готово. Небольшая расчлененочка роботов. Все прошло успешно. Ой, а там этот паучок. Ничего себе. Нифига себе. Ну, пойдем, наваляем ему. Не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка ты в мину. Ох. Давай-ка ты без электричества потусишь пока. Тачки я кидать не могу. Слишком маленький для этого дела. Да идите колотить. Сейчас, подожди, дружочек. Я к тебе поближе подойду. Найди. У меня не хватает мощи. Мне надо побольше вырасти. Что-то, кстати, я затупил. Эй, стой. Без электричества. Тут же вот куча реликтов. Я сейчас их все пособираю. И мне будет проще тебя убить. Вот и все. Я стал покрупнее. Значительно крупнее. Я почти свой рост. Что ты хочешь сделать? А. Ну вот, теперь будет все проще. Почти ты сдох. Вот и все. О, Лукас бежит. После вас. Да, конечно. Райдер даже без бороды. Они такие не заросшие тут.
Привет. В какую-то подсобку их посадили. После того, как вы исчезли, все пошло не так. Ксандра объявила о новом мировом порядке и начал погромы по всей стране. Здесь атакой заправляла ваша подружка Эва. Ну, конечно. Нам еще повезло, что у руля была она. Некоторые монахи беспощадны. Насколько мы знаем, только Нью-Хейвен устоял. Что-нибудь еще? Говорят, что Ксандр готов перейти к следующему этапу. Это нехорошо. Итак, Лукас, а где же мой самолет? А, да, самолет. Ну, вот твой новый самолет. Мы спасли двигатель. Я его любил. Это палец? А это голова? Вы что, собрали его из роботов? Прямо не верится, что вы долетели на этой посудине. И правда. Вы просто храбрецы. Не ломай ничего, дорогой. Лукас, хочу установить настоящий двигатель. Можно я покопаюсь? Буду рад. Так, у Ксандера монахи и древнее оружие, а мы одни? Если, конечно, ты не знаком с владельцем большой частной армии. Нет. Нет, ни за что. Я на пушечный выстрел не подойду к крепости Катрины. Крепость Катрины. О, нифига себе. Так вот, где живет Катрина. Мы сейчас у нее роботов попросим. Да, прямо здесь. Неужто вся эта охрана против тебя, а? О, да, совершенно точно против меня. Итак, глава 10, часть 1. Полуночный визит. Охранять транспорт? Дядя. Вот это поворот, мы к Катрине пришли. Но это уже новая глава, и пора бы уже закруглиться. Так что, если тебе понравилось, ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение, не забывай ставить лайки под роликами, подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропускать следующие ролики, и увидимся, собственно, в них же. Так что, до встречи!